Испанское правительство пообещало задействовать в субботу статью 155 Конституции. Она позволит приостановить самоуправление Каталонии. Об этом сообщили в кабинете министров. Ни у кого нет сомнений, что правительство использует все возможные способы, чтобы как можно скорее восстановить законность и конституционный порядок, вернуть мирное сосуществование граждан, остановить политический и судебный кризис. Ответственность за кризис и за экономический и социальный ущерб для Каталонии несут лидеры каталонского генералитета. Экстренное заседание состоялось после заявления лидера Каталонии Карлеса Пучдемонта. Он пригрозил, что проведет через парламент вопрос о независимости региона. По его словам, это произойдет, если власти не захотят начать переговоры. Статья 155 Конституции позволяет установить централизованный контроль в регионе, если тот нарушает закон. Полностью вступить в силу статья может в начале следующей недели. Необходимо одобрение парламента. Жители Барселоны говорят, что заморозка автономии слишком жесткая мера. Они должны были оставить место для какого-то соглашения, а не просто давать лекцию о Конституции. Они своими действиями настраивают людей еще больше поддерживать независимость. Вот что я думаю. Между тем, в Мадриде недовольны действиями и каталонского, и испанского правительств. То, что делает лидер Каталонии, незаконно. Я считаю, что это неправильно. А премьер-министр Испании Рахой действует, как всегда, ничего не делает. Думаю, правительство действует запоздало и плохо. Нужно было разобраться с этим намного раньше. Представители двух крупнейших движений Каталонии, выступающих за независимость, призвали каталонцев выходить на протесты. Ранее на этой неделе обоих лидеров этих организаций арестовали по обвинениям в подстрекательстве к мятежу.